хорошо. Костян, твоя тема. Поехала. Все, сейчас разгонится, мы его не догоним даже. Ограничение скорости 60 км в час. Чувствуется, да, сразу отличие трафика? Как мы там ехали и как мы здесь. Там никого. А здесь все. Америка, Европа, маленькие. Потом поравнялся с кабиной. Езжай, дорогой. Ух, ни хрена себе, какой тут табун. Тут и верблюды. Но в основном лошади. Тут, наверное, какой-то этот племенной этот что-то тут, ну, разводят их. Посмотрите, сколько их. Офигеть. Я даже не знаю, сколько их там. Ну, очень много. Никогда здесь не встречал, сколько тут ездил. Наверное, какой-то вот... Кто-то тут держит. Представляете, столько лошадей развести? Это какое вложение должно быть? Ну, да красавчик содержать. Такое... Тоже стадо, это стадище. Тут в районе завода Уковского. Я думал, мы когда выедем с Ялуторовского завода Уковск, тоже пройдем. Нет. Завода Уковск. Ну, тут того завода Уковск, да, господи. По-моему, даже знака на белом фоне не будет. Или будет? Наверное, даже не будет. Тут все ерунда. Вот раньше, да? Что не перекресток, то пост. Что не перекресток, то пост. Ай, сколько кровушки пили. Ай-яй-яй, как вспомнишь, так вздрогнешь. Это в 90-х не ездил, ну, в 2000-х тоже хватило. Нулевых, вернее. А, вот сейчас. Завода Укос начинается. Нет, есть на белом. Да тут
300 метров. Того завода Уковска. Почем в Тюменской губернии здесь топливо? 50-65. Уже дорого. Свердловской 51. Да. Ну, как все, чем восточнее, тем дороже. Единственное, еще у нас Кемеровская. Кузбасс остается. Там, по идее, должно быть подешевле. Ну, Омская надо будет еще посмотреть. Раньше Омская тоже как-то так отличалась по цене в меньшую сторону. Сейчас, по-моему, сравнялась. Вот еще это. Кемеровская область там как бы пониже. А так везде уже тут все за полтос. А кое-где уже и далеко за полтос. Детей везет. Он едет 60. А он, по-моему, быстрее не поедет, этот автобус. Думаю, как у нас ограничитель на 90, у него, по-моему, на 60 срабатывает. Точно говорить не буду, но вроде бы так. Тоже с одной стороны, если трактор какой обогнать, ну будет его со скоростью 60 км в час обгонять. Так, а как нам тебя обогнать? Надо сначала найти, чтобы сплошной закончился. Потом уже будем смотреть, что там впереди. Окончание сплошной линии в ближайшем будущем не предвидится. Скучно тут ехать. Там хоть куда-то там право, лево, там вверх, вниз, там газ, тормоз. Здесь 80 положил на круиз и все. Да не на что особо, на сто по сторонам. Отвык просто. Раньше как в Казахстан постоянно молотили что-то. Ну, заезжаешь в Казахстан, 3000 километров степь. Привыкали. Мы, правда, кино смотрели. DVD-шник был. Так-то я не любитель был фильмы смотреть. Хотя я знал многих, которые фильмы на ходу смотрели. Пацаны у нас типа магнитолы, которые диски читают, там вставляли и все. На экран выводили. А уже в Казахстане, да, DVD-шку эту открывал. Пару сериалов умудрялся посмотреть в одну сторону, пару в другую. Ну а что там делать еще? Там же ж вообще, ну тут хоть какой-то кустик, там деревца, а там как по Казахстану идешь, степь, 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 все. Три речки переехал от этого. От Уральска до Алматы, все. Так и здесь вот этот вот участок. Да и сейчас от Омска туда так вообще, это Новосиба там. Тоска смертная. Там и снимать нечего. Как тебя обгоняют, только если снимать. Поехал. Чуваться. Не, нормально, я так. Поговорить, это что-то скучно. Радио не ловит, нифига там ловит фигню какую-то. Хорошими людьми не поговорить, правда. Рация молчит. Я бы уже и послушал. Кто-нибудь куда-нибудь послал бы кого-нибудь. Ой. Вот. Так и живем. Еще 1900 километров.
тридцатка за бортом у нас, вон видите. Сегодня так это хорошо, тепленько. Даже уже, можно сказать, слегка жарковато. Не, ну тут поля, да, здесь все четко, здесь все засеяно. Здесь больше вот поля, поля. Там уже туда, еще восточнее, там просто пойдут. Тоже полей хватает. Ну там поля, луга, поля, луга. Березки, березки, березки. Березки. Вы шумите, шумите надо мной березы. Наверное, сейчас остановлюсь, когда в следующий раз бокаушки помою. Это уже от зверушек заляпанные все. Такая же у транспортников раскраска. Здесь дорожная служба, а там Ространснадзор тоже на желтеньком фоне пишет. У нас уже вот Апатская, видите ли, на горизонте. Что-то думал тут покушать, но ехал. Короче, остановился, заварил этого пюре картофельного. Что в столовую не хотелось идти, в кафе. Там колбаски, кусочек, там помидорки маринованные еще есть. Короче, так это с чайком так по-знатному поел. Ну, уже не стал этот позор снимать, что... Думаю, рассказать расскажу, это ж меньше позор, чем снять. Короче, завалил я, помню, пакетиком. Если честно, еще с таким удовольствием. Да кушать совсем не хочется. А вот в магазин заехать нам надо. Поэтому сейчас мы по Апатском остановимся. Ну и заодно обещанные окна обновить боковые. Там, когда кушал, что-то поленился, скажу так. Пойдем сходим. Надо там того, сего, хлебушка. Больше, все больше как по мелочам, как в этом фильме. Так также нам что-то надо прогуляться, прикупить. Вот. Так, время. Ну, сейчас у нас, если 4 часа добавлять новосибирского. Не, ну сейчас 16 часов. 16 часов 15 минут по местному, по тюменскому, по омскому. 15 минут 6. А, Новосибирск еще считать рано. 15 минут 6. Сейчас мы до 6 здесь потусуемся. Пока в магазин, пока туда, пока сюда. Нормально, в общем-то. И еще отсюда 4,5. Должны дойти. Не, до Омска. До Омска мы и дойдем. Не, туда к магазину не поеду. Ты. А что ты, его раньше я здесь не видел. Тут тоже стоянка Мамонтова была. Смотрите, какой красавчик стоит с какими бивнями. Магазин туда не поеду, там 20 рублей надо на стоянке отдать, если заезжаешь. Вот из принципа не еду, я пешком эти 200 метров пройду. Кстати, есть где, отлично. Есть где стать. Пойдем сходим, не торопясь, прогуляемся, кости разомнем. Это что-то все кабинет, все сидим, что-то едем. Что-то уже и надоело немножко, если честно. Ну надо, отсюда еще 1700.
Еще много. Так. Все это хорошо. Проезд-то надо оставить. Если я сейчас здесь стану, то я не оставлю проезда. Это не есть хорошо. А ну вот коллега вроде как спит на этой маленькой своей. Опа. А так у нас проезд есть. Пойдем. Кости разомнем. Коллега Могилевский тоже заехал. На дороге кинул. Ну вот. На рубль сходили. Того сего там по мелочам. Сейчас сюда вот 32 жары. Вообще, даже при желании вот если остановиться, даже спать, не уснешь. Либо машину не глушить. Конзор. Либо... Вот как вот даже если вот взять РТО, да, вот, вот сейчас время вышло. Допустим, сейчас 5 часов. Ну, примерно, скажем так. Вот. Тебе надо 9 часов паузу открутить, 2 часа ночи выезжать. Ты до 11 вечера не уснешь. Жарой такой. А в 2 часа ночи выезжать. Как так? Либо стоять больше переставить. Ну, кое-где же тебе сразу начнут задавать вопросы. Ты что, лишних 2 минуты перестоял? Преступление века. Короче, вот в этом плане немножко мне... Ну, я не поддерживаю. Все без фанатизма, конечно, должно быть. Но вот, допустим, сейчас становиться спать, вот если бы нужно было, то я этого не поддерживаю. Прямо лично мое мнение. Имею право. Вот, поэтому поедем мы до темна. Начнет темнеть, и тогда можно будет думать о стоянке. Чтобы можно было встать и уснуть. Сейчас пока разложимся тут. Сейчас вот уже в кабину придешь, она уже там уже все. Что в печке? Надо сразу заводить, либо окна открывать. А окна открывать прямо против солнца стоишь, не поможет. Надо зашториваться. Этот Пермский стоит, он никуда не уехал. На этой маленькой с прицепчиком. А нет, там в кабине находится. А я переживал. Он парняга подъехал. Пофиг веники. Стал, зашторился. Все, проезд перекрыл. Здесь единственный проезд был. И до фонаря ему. Иди отсюда, летаешь тут. Тираннозавр Рекс. Пускай конзор работает. Ну-ка. Сейчас пойдем окошки помоем, да? Не, ну нормально, а то, что там сзади никто не сможет проехать, да? Че это переживать-то по этому поводу? Ничего личного, просто констатация факта. На солнце так все 35. О, как вам? Ну, огонь? Коль огонь, тогда поехали. Коль огонь, тогда погнали. Ну вот освободилось-то, в принципе, проезд. Но все равно вот, как бы, ну и кажется, немножко неправильно. Не хочу никого учить, просто свое мнение высказал.
Так, о, пока никого нет. Пока никого нет. Шашки сыграем. Не знаю, я вот все смотрю на эти прицепы. Да, вот поехал Союз. Я не понимаю, в чем их прикол этих прицепов. Все равно ж 40 тонн, больше ж нельзя грузить. Ну сколько ты в него положишь, сколько он весит? Ну, дополнительная ось. Ну... Цепка, ну пусть 15, наверное, 15 она не весит, наверное, тон 16 цепка весит. Наши 15,5 весит. У них она длинная, плюс эта ось, я думаю, что там даже не все 16 тонн, ну грубо берем 16 тонн цепка, ну, 24 тонны, больше не загружишь, все, больше по общему не проходишь. Я нифига не понимаю прикола вот этих прицепов, может мне кто-нибудь что-нибудь объяснит? Я не пойму. Он же 16-метровый. То есть еще... Вот вам считайте тонна. Плюс дополнительная ось. Плюс тонна. Не понимаю. Для каких целей такие прицепы используют? Это может, чтобы не так провисал, когда ты там 20 тонн тащишь, только для этого. Говорят, эти оси выворачиваются очень легко. То есть, если вот ты груженный и вот где-то на месте, ну, резкий поворот надо сделать, если ее не поднять, вроде как поднимается принудительно, то не выламывается в 3 секунды. Ну, считайте, какое на нее напряжение. Она поровна, она просто под усилием разворачивается, даже не, вообще никакого крутящего момента у нее нет. Мне не понять эту логику. Ну, для чего-то же берут, не зря же их покупают. Они у них почти все вон Союзы, так они, наверное, все вон с этими прицепами бегают. Ну, 70% так точно ихнего парка. Так, Омск, 264 километра. Хорошо. Птиц, давай, улетай. Будет как сказка про ворон. Грузинский сказка про ворон, да? Так и тут что-то ж собирают здесь. Че, как тут и шим, в каком виде? Эй, шим, нормально. В русле все как положено. Вода небольшая. До свидания, еще час. Как-то надо обогнать этот нефас. Или не, не до свидания еще. Свидание, все, Омская область, добро пожаловать. Там, наверное, тоже какой-то ремонт впереди. Потому что что-то тут это... Толпа машин идет мне обогнать. Но не было никого, пока этого оранжевенького догонял. А сейчас толпа сплошная валит. Видно, где-то впереди очередной ремонт. Даже не буду Google открывать, вот не буду, и все. И Яндекс тоже. Ну, никак его не взять.
вся морда размороченная, который слева был. Да, жесткая была авария, конечно, жесткая. Но это уже видно, что растащили. Так, ну а нам что тут? 80 километров до Омска. Время 8 вечера. По Омскому. Ну и как что? Как этот сопровождающий атрибут местных пейзажей. Вот эти вот загубленные. Прям рощи загубленные из берез. Я так смотрю, тут ремонт. Я так предполагаю, они, наверное, хотят ее, может быть, СУ расширить. Во всяком случае, так кажется, от Омска до Цукалинска. Уже потихоньку начинает падать. 28 и 32. Орлова Кукушкина. Нормально. Там и орлы, и интересное название. Орлова Кукушкина. Так, расход у нас упал 34 сейчас. Ниже 30, наверное. Не, ну если это ветер не встречным не будет завтра, до нижнего, до Новосиба до 30 уроним. Может быть, чуть-чуть ниже. Потом, естественно, подрастет. Но так-то, в принципе, неплохо. 34, 22,5 тонны. Как бы ничего. Ничего себе, он носится. Я думал, он сейчас на взлет пойдет. Смотри, какой прикольный. Я еще таких не видел. Ладно, надо за дорогой следить. Дорога узкая. Я так понимаю, он удобрение тут распыляет. Но он так быстро ехал, никогда не видел, чтобы трактора так быстро по полю носились. Как этот чешский или какой-то там лайнер в этом, в аэропорту этого, в московском там, на Киевке, как он этот, выкатился на трассу. Так я думал, и этот сейчас выкатится. Сейчас забыл название аэропорта. Так он с такой скоростью летел к этому, к обочине. Ой, ну а мы что тут? 13 километров Красного Яр. И там уже дальше Омская объездная пойдет скоро. Время 9. Вот думаю, может, за Омск уже не ехать или за Омск зайти сегодня. Сейчас посмотрим. Может, здесь сразу за весовой стать на топлайне на стоянке или уже за Омск бежать. Сейчас пораскинуть извилинами. В принципе, еще часик, в общем-то, можно было проехать. Сейчас 9, нет, 9, наверное, рановато. Часов до 10, если проехать, даже до 11, в общем-то, можно. И чтобы утром 8 утра, чтобы не совсем уже рано выезжать. Да, наверное, так и сделаем. Пойдем дальше, уже за Ум зайдем.
там до мечей, наверное, до каких-нибудь. И там уже все. Хорош. Итак, мы сегодня, скажем так, продуктивно поработали. Оговариваю сразу, мера вынужденная. Короче, работать так работать, да? Заехал тут на топлайн. После весовой там кости размять, то-то-то-то. Не знаю, остается, потом... Решил за Омск, так вот поеду за Омск. Правда, темнеет, но еще мы как раз Омск по светлому успеем обижать. Странно, весовую проезжал, никого нет. Удивительно даже. Вообще никого на весовой. Эти вот за весовой. Что-то здесь прогуливаются. Людям жизни не дают. Все, сейчас объездаю Омск по объездной. Поедем там, а мечи какая-то стоянка. Я ни разу на ней не стоял. Поедем, посмотрим, что за она. Я думаю, еще места должны быть. Хотя, кто его знает. Ну, посмотрим. Через город по прямой, но мы на объезд. На объезд. Раньше что-то здесь с правой стороны у нас, оказывается, аэропорт должен был быть омский. Там он даже у башни стоит. Но так все и осталось. Там разрушено, здания заброшенные, там все. Диспетчерская даже он отсюда, ну, видна. Была. В общем, там, за кустами, короче. Что там, пацаны, тормоза потряхивает? Не исключено. Да, потряхивает. То что-то совсем дорогу разобрали. Или она сама разобралась. Новосиб 788. Так. 1500. До Красноярска. Получается 800 до Новосибирска, 700. Вон, видите, не знаю, видно, не видно, вон, как диспетчерская башня видна. Там здания будут такие. Заброшено все. Город Омск. 32. Еще чуть-чуть расход снизился. Видите, аэропорт Федоровка. Должен был быть. Сейчас он. За этими кустами будет видно там хорошо остатки, ну не остатки, но
столько бабла вбухали, вбухали, и все это дело потом забросили. Да. Не знаю, увидите вы, не увидите. Успеете что-нибудь увидеть. Ну, с той стороны, когда идешь, вон, видите, тут одни бойницы, можно этот, кино снимать какое-нибудь. Все там, все заброшено, все печально. То есть бабло бросили и потом это дело все закрыли. Не, братцы, что-то мы подумали, я решил. Темнеет, значит, надо эти хомячи еще здесь сотка километров ехать. Надо это уже. Издевательство над самим собой. Время 10:30, 20 минут 11. Хватит. Я просто чувствую, что уже сейчас начну засыпать. По пути. Тут вроде перед кольцом, это где бывший пост. Какая-то справа стоянка тоже там новая, вроде открыли. Она там по дорожной. Завтра с рассветом, не совсем с рассветом, с утреца по холодку, уже как бы жара спала, можно спокойно спать ложиться. Я думаю, после сегодняшнего забега надо только до подушки добраться. Трак-сервис ОМСК может закрыться до вашего прибытия. И что? Сервис не надо, мне на стоянку надо. Она мне рассказывает, что сервис может закрыться. А когда через Омск ездили, вот здесь поползали. С левой стороны вот оттуда приезжали. И здесь на этот мост поднимались и ехали. Пока объездной не было. Сейчас сразу с правой стороны. Тут у нас интернет хороший, все. Все у нас тут по фэншую. Но места есть. Ни разу не стоял, но. А нет, не со мной. Там сзади машинка заехала. Отопители 4 килограмма. Иди спать, тетя. Автономные отопители.
Лето на дворе. У нее автономные отопители. Там увидишь, там Даф жопой стоит сюда. Ага. А там морды сюда. Там два места. А как ей? Туда можешь уехать, сюда, туда, да? Вытянуться и сзади туда сдать. Понял. Кто куда стоит, не знаю. Я там видел. А, все, вижу, вон место свободное есть. О, видите, тут вообще. Можно фигурное вождение сдавать. Новыми плитами все выложено. Все вообще красиво. Готовьтесь, через 800 метров. Прямо слышно, как резина. Звуки какие издает, да? Все, друзья, на сегодня все. Спокойной нам ночи. Завтра мы продолжим наш путь на восток. Отлично.